Сухуми впервые прошел научный форум ведущих фольклористов России и Абхазии. Международная научная конференция «Фольклор народов Кавказа. Историческое наследие и современное бытование» была посвящена памяти первого профессионального фольклориста Абхазии, ведущего нартоведа, литературоведа, общественного деятеля Артура Аншба. На заключительном пленарном заседании заведующая отделом фольклора Абиги Цира Габни поблагодарила участников за интересные доклады. Она рассказала о выступлениях в первой секции, которой руководила. Выделила доклад кандидата исторических наук Романа Чанба о гражданской позиции Артура Аншба, который был его близким другом. Организаторы научного форума отметили доклады представителей Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Новые материалы в интересной подаче доктора исторических наук Юрия Анчабадзе, сделавшего на конференции доклад на тему «Фольклорные материалы в публикации кавказской иммиграции в Европе», вызвали интерес у научного сообщества. По словам Циры Габни, проявили себя и молодые ученые, доклады которых убеждают, что в будущем каждый из них скажет веское слово в науке. Руководитель второй секции отметил доклад директора Института педагогики Ирины Кукускир «Использование фольклора в образовательном процессе». При составлении методических пособий для детских садов и учебников для школ республики уделяется большое внимание абхазскому народному фольклору, так как он поучителен для подрастающего поколения. Нам хочется особо уделить внимание воспитательному потенциалу фольклорного материала. Именно фольклоры, мы видим свои корни, мы видим те глубокие народные традиции, которые сегодня могут быть больше уязвимы, как никогда. И в современном мире они как бы не, в современный мир как бы не вписываются. Как примирить наше вот это, наши традиции, наше этносознание с современными потребностями, с современным вызовом. Вот в чем призвана, в чем наша задача. Завершая конференцию, доктор исторических наук, академик Юрий Анчабадзе, подчеркнул значимость состоявшегося научного форума. Отмечая 80-летие первого профессионального фольклориста Артура Аншба, ведущие фольклористы обсудили современную методологию изучения фольклора разных народов. Имя Артура Артемовича Аншба. Вот мне представляется, что наша конференция, программа нашей конференции, заявленные доклады, прозвучавшие доклады, они в очень значительной степени коррелировали с пафосом научного наследия Артура Артемовича. И здесь именно не только доклады, которые были посвящены там, его личности, его деятельности, или трактующие его научное наследие. Я имею в виду не только доклады, которые, значит, были представлены в русле его исследовательских интересов, ну, например, вот доклады Нартовского эпосе. Я говорю вообще о палитре наших докладов, о их проблематике, об их направленности и вширь, и вглубь проблемы. Вот это очень было характерно для и научной методологии, и для эстетических принципов самого Артура Артемовича. Вся представленная вот здесь вот панорама доклада, вот эти все доклады, проблематика, которая была представлена, мне кажется, она очень адекватно характеризует нынешнее состояние фольклористики, по крайней мере, в Северном, на Северном Кавказе, ее состояние в ведущих региональных центрах нашего региона. От имени семьи и детей Артура Аншба за проведение международной конференции его памяти ученых поблагодарила сестра Эмма Аншба. Участники научного форума высказали пожелание сделать его ежегодным, чтобы Сухум в будущем мог стать центром изучения фольклора. Амрамич Баста Мургожба, Абхазское телевидение.